В городе сегодня 26 тысяч, уже более 26, на вчерашний день было 26 тысяч. Тех, кто зарегистрирован в город, зарегистрирован и сегодня пользуется теми, той помощью, которую выделяет государство. Ведется ежедневный прием, мы их регистрируем, создали Одесский рынок труда, где люди, зарегистрировавшиеся в Одессе как беженцы, тут же могут получить всю информацию о наличии у нас свободных вакансий. Если раньше этим занимался центр занятости, который обеспечивал, предоставлял, то сегодня мы объединили свои усилия, и они достаточно эффективно сегодня работают. Мы предоставили все возможные вакансии у нас в коммунальных предприятиях, в системе образования, также в системе здравоохранения. К сожалению, многие, не скажу, что абсолютное большинство, многие учителя уехали с детьми, с семьями, уехали. И сегодня много вакансий у нас как в системе образования, так и в здравоохранении. Здравоохранение меньше, но младший медицинский персонал, мы в нем нуждаемся. Поэтому сегодня вот мы работаем всего 2 недели, такой центр, Одесский рынок труда, но до 30 человек уже трудоустроены и уже работают. А еще в процессе порядка 40-50 человек на стадии оформления. То есть люди сегодня, мы считаем, уже одесситами, они адаптируются, они сегодня, и в том числе полезны обществу. Это значит, работают, получают зарплату и платят налоги в городской бюджет.